дорогие друзья! Меня зовут Наталья, и я приглашаю вас совершить виртуальное путешествие по самым интересным местам парка Сокольники. Пойдемте! Экспериментальную четырехэтажную постройку. Это так называемый Краснодарский домик. К нему мы и направляемся. Мы находимся у Краснодарского домика. Правда, это здание больше известно у посетителей парка как шахматно-шашечный клуб. Краснодарский домик появился в парке Сокольники в результате проведения выставки «Химия-70» в 1970 году. Этот домик построен из объемных блоков, которые были изготовлены на Краснодарском домостроительном комбинате. Отсюда и название «Краснодарский домик». Каждая республика и каждый край должен был на выставке представить достижения в той или иной области. Краснодарский край привезли сюда целый дом четырехэтажный, построенный из блоков, чтобы показать советским гражданам, как люди могут отдыхать на побережье Черноморского моря. Как говорил сам инициатор объемно-блочного строительства и архитектор нашего домика Петр Бронников, при наличии хороших дорог гораздо проще привезти готовые комнаты и встроить каркас дома, нежели возводить на новом месте целый дом. Правда, долгое время в нашем краснодарском домике находился шахматно-шашечный клуб. Но сегодня, как вы видите, краснодарский домик закрыт на капитальный ремонт.